Ну все. Всем привет. С вами вечные блогеры. Что ты банал? Оператор я. Всем привет! Вы на канале Мистер Фантастик. Так, мы уже идем. Вот. Сейчас мы идем к девочке. Она маленькая, и ей разрешили прогуляться до 11:30. То есть осталось 25 минут. Сейчас мы идем к ней. Она думает, что мы бежим. Ну нам. Ладно. Но мы не бежим. Нам ладно. Но мы не бежим. Потому что поспешишь, людей насмешишь. Потому что вокруг гололед. Я лег. Ха. Итак. Внимание, не повторять. Не бегать. Нет. Я чуть не упал. Вот. Собственно, сейчас мы находимся на 8 квартале. Сейчас пойдем искать педофилов и обливать их мочой. Тесак жив. В общем, этот год выдался очень хуёвым. Так скажем, а Новый год был охуенным. А Новый год мы набухались в говно. Ага. Владик нажрался и спал около холодильника. Да, я захотел покушать, взять салат и не мог, там его нога мешала. Мог подвинуть. Ага, я тебя двигал, ты такой, блядь, отстаньте от меня, блядь. Да. В общем, мы взяли две бутылки вина, шампанского, хуй поймешь. И самое, что ни на есть, Джек Дэниелс, сука. 0,5, 1200 рублей. Сука, 1200 рублей, да. У меня рука замерзла, я не хочу больше тебя снимать. На, снимай. Я себя не могу снимать, давай расскажи. В общем и целом. Вот купили мы Джек Дэниелс, еще мы взяли две бутылки Сан-Стефана. Ну все, что ли? Да. Ебать нас разъебало. Ну, плюс там еще пробовали скетч, скотч, тарьер. Скетч, тарьер, тоже виски такие. А? Скетч. Скетч. Вот в этом доме она живет. Он тут белый... Полку. Постоянно, когда ты подаешь, я не снимаю. Вот. Вот это вот сейчас. Вот этот балкон правее. Вот этот балкон. А там нет балкона. Нет, вот. Правее сюда. Вот этот балкон, вот. Вот этот? Да, это ее. Распаковка покупки. Этот дебил, короче, купил себе бейсбольный бит. Чтобы сделать фотку, блять. Нет, я купил, чтобы в машине водить, чтобы пиздить. Ну, сделать фотку. Сейчас будем, короче, фуры останавливать. Я пиздец. Покажи федеральный закон, да. Что вы поняли? Вот, если. Кто хочет почитать, почитайте. Че, пойдет, че, пиздец? Падом, че, пиздец. Бля, потом посмотрят нахуй, чувак. Еле что ли, российские баны. Ладно, я уберу в портфель, чтобы людей не пугать. Да. Сейчас пойдем в машину хуярить все подряд. Вот дорогу нам не уступит. На нахуй. Поебал по баутину. Бля, ну кайф, понимаешь? Сука. Кто-то кресло покупает, кто-то биты покупает. Война скоро, блядь. Не то берешь, пацан. Блядь. Я не предусмотрел. У меня замок сломанный. Нахуй я его убрал туда? Подержи. Ты его хотел убрать, что ли? Не, в этом она пиздец была. Не, она в этом пиздец. Без этого чей. Бля. Резал нахуй. Куда ты подставляешь ее? Я просто так задержу. Ну никак ты не. Все, пошли нахуй. Бля, спиздец.
Пойдем пиздить сейчас нахуй. Забирать базу, пивоварню забирать. Да. Вот здесь у нас была база, где мы работали. У нас ее забрали, сейчас пойдем пиздить. Сначала мусор выкинем. Надо ее куда-нибудь брать? Куда? В себя? Вот, зараз. Я падаю, блядь, сколько? Сейчас, погоди, дай машину. Она не работает. Кто? Давайте, придется в руках таскать. В рукав засунь, говорю. Не так. О, она холодная. В рукав засунул. Кто смотрел ЗКД? Ну, блядь. Да, он. Да, на машину отлетает. Да. Да вы ебнулись, так сказать. Опа. Брал. Опа. Брал. Все, и все, и есть. Нету. Трамбамам, инъективы. А рука так просто гипс у меня. Не гипс. Инвалид. Берешь такой. Велик. Тух. Нету велика. Ну хуярил. Наверное, много. Сильно. Не, знаешь, что прикол? Один раз ебнешь, да. Типа, вот все не так красиво будет. Это ясно, да. Типа она одноразовая. Ты что думал? Что, тест-драйв? Тест-драйв? Дерево, да? Это, ебёмся такого. Кого? Шутка, конечно, мы... Шутка. Мы порядочные граждане Российской Федерации. В России. Ну, это не точно. Пошли на пешеходки. Россия. Я не пропагандирую. Поранжайте, видно, нет? Чё тюбик? Вот это вот наш красивый Сибай. Здесь, короче, у нас казино. Казино. Пошли в казино, будем делать. Долги выбивать, блядь. Оно только ночью работает. Да похуй, будем сейчас долги выбивать. Открываю, блядь. Проблемы что какие? Мы долги выбивать пришли. Бля, как быть серьезным? Никак. Чтобы быть серьезным, нужно, чтобы тебя бросила девушка. Которую ты любил. Но вы даже не встречались. 2 года. Не начинай. Ты уходишь в себя, закрываешься, начинаешь саморазвиваться, заниматься спортом, читаешь книги, занимаешься учебой. А, машина! Да тут пешеходки, дебил. Ебло. Тут нет пешеходки. Она там. Бог. Люди закупаются водой. Мы закупаемся битами, да? Про митинги нельзя говорить, да? Да. Это будет этот да. Призыв. А. И меня ебнут. Не тебя ебнут, канал заблочит на ухо. А да на ухо, наверное. Да? Шутка. У меня нет проблем. Охуенно смотрится. Какой классный. В общем, в целом, идем на массаж. Потому что я ходил покупать батарейку. Мы зашли в магазин, вот этот вот чувачок увидел массажный, ну не массажный салон, салон Nuga Best, это не реклама, нам не платили. А, и вот теперь, там сказали, да, нам сказали 10 дней бесплатно. И вчера мы попробовали и решили, что можно ходить, чего нет, хули бесплатно. В каждом из нас живет еврей. Да, потому что бесплатно. И вот... И вот. Еще, еще у меня проблемы со спиной, потому что я надорвал ее еще лет 9. Рабочая сила. Надорвал свою спину еще лет 9, и поэтому мне нужно делать массаж. Мне тогда же сказали врачи, сходил к травматологу, и вот такой красивый я. Ну и вот, короче, идем на массаж. Купили биту, идем на массаж. Не, ладно, биту уже убрали. Блять, фокус, блять, что это было? Возлагал. А потом, после массажа, я иду на тренировку. А я иду домой делать видос для вас, любимых наших подписчиков. Кстати, скоро или не скоро, не знаю. Смотря в зависимости от того, когда выйдет видео, там в промежутке будет релиз, дроп, трек, хуй знает. В каком месте нам стало похуй на прохожих? И мы просто снимаем, идем, блядь. Моя похуй. Короче, числа... Все не круче, что? Сегодня 11. Числа? Какого у тебя бабки есть? У меня нет. У меня в автошколу. У меня? У меня все в автошколу ходит. Короче, числа, наверное, 20-го
либо 28-го, может 29-го, 29-го нет. Это сообщение для тех вышестоящих, которые ставят цену в автошколах. Вы охуели, блядь? Вы что, блядь, пидорас? Извиняюсь. Пожалуйста, сделайте чуть-чуть пониже цену, потому что... Пиздец. А, пиздец. Ну, пиздец. Денег нет. Да вы держитесь. Да, вот, короче. Либо в марте. Март потом, с февраля. Апрель вообще. Шучу, конечно. Короче, либо в феврале, либо в марте. Не, в марте точно нет. Скорее всего, в феврале. Конечно. В начале февраля. А может и не в начале февраля. Я забыл, что сейчас январь. Я думал, сейчас февраль. Короче, в общем, где-то в общем и целом. В промежутке. У нас выйдет 2 трека, может, да. 3. Может, 3, но не факт. А может, 4, кто знает. В общем... Но они прям вообще классные. Оцените. Вам понравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик. А с вами были Вечные Блогеры. Всем пока.